кто организовал, всем, кто говорил. Я прослушал все ваши лекции, ну, где-то несколько месяцев назад. Слава Богу за то, что вы создали этот курс лекций. Вот то, о чем говорил пастор Андрей, самое главное, чтобы приходили люди, кому это нужно. Силком их затащить, ну, проблематично. И самое главное, чтобы каждый из супругов это выполнял. 100%. 100%. Потому что семья, птица на одном крыле не летит. Это во-первых. И семья – это улица с двусторонним движением. Аминь. Представьте, если одна полоса, и едут машины, они обязательно врежут. Само собой. Спасибо вам большое. А вам спасибо за пример. Вы очень красиво ходили.